Всем привет! Меня зовут Стефани. Да, две Стефани. Итак, вы на канале RPS Production. И сегодня будет видео посвящено моим пэтам со встречи RPS лайверов, на котором мы менялись. Так, посмотрим уже. Их сейчас посчитаю. 7. А если так считать, 6, один просто маленький. Посмотрим. Начну я с феечек. Но для феечек вот это милейшество. Я его поменяла на тоже маленького пэта. Вот. Он должен светиться в темноте. Ну, не знаю, посмотрим. Так, потом этот питомец от вот этого пэта. Две феечки. Да. Вот. От этого пэта феечки. Я назвала ее мороженка. Уже понятно, почему мороженка. Следующая феечка. Вот такая замечательная, красивая феечка. Назвала конфеткой. Тоже видно, почему. И вот у них голова и рожки немножко блестящие. Вот. Вот. Можно видеть, как переливаются они. И на рожках немножко. А что могу сказать про крылья? Они такие пластиковые. Потом вот такой и вот такие два потом. Хомячок и черепашка. Потом птичка такая. И вот такая стрекоза. Так, давайте я их выставлю. Так. Как я их показывала? Потом так. Так. Потом так. И вот так. Итак, и каждому я дала имя, но не всем. Итак, эту собачку, можно сказать, пускай это будет собачка для меня, Фифи. Потом мороженка, конфетка, Спайк. Еще хомячку не дала, и птички тоже, ну, где-то чили можно, да. Давайте хомячку вы напишите в комментариях, и я выберу самые лучшие имена. И последняя стрекозка. Да, я знаю, видно на заднем плане моих пэтов, да, некоторых. Просто я их выложила там, не хочу убирать. Вот. Они пэты.